Вы помните, какой рисунок главный герой нарисовал, будучи ребенком в произведении «Маленький принц Экзюпери»? Когда мне было 6 лет, в книге под названием «Правдивые истории», где рассказывалось про девственные леса, я увидел однажды необыкновенную картинку. На картинке огромная змея-удав глотала хищного зверя. В книге говорилось, удав заглатывает свою жертву целиком, не жуя. После этого он уже не может шевельнуться и спит полгода подряд, переваривая пищу. Я много раз думал о полной приключениями жизни в джунглях. И тоже нарисовал цветным карандашом свою первую картинку. Я показал свое творение взрослым и спросил, не страшно ли? Разве шляпа страшная, возразили мне? А это была совсем не шляпа, это был удав, который проглотил слона. Тогда я нарисовал удава изнутри, чтобы взрослым было понятнее. Им ведь всегда надо все объяснять. Взрослые порекомендовали мне не рисовать змеи ни снутри, ни снаружи, а побольше интересоваться географией, историей, правописанием. Этот простой пример наглядно демонстрирует, что с возрастом большинство людей утрачивают способность видеть истинный смысл вещей, событий и явлений. Они лишь видят то, что привыкли видеть каждый день на протяжении многих лет. Точнее, то, что им показывали и разрешали смотреть все это время. И только немногие задаются вопросом о том, правда ли то, что они видят. Почему они это видят? А видят ли они эту картину целиком, или это часть большого замысла? Смотрите на вещи, явления, события с разных сторон. Смотрите не только на само событие, а и на то, как оно появилось в вашей жизни и почему. Задавайте сами себе вопросы, анализируйте. Старайтесь отбросить все свои предубеждения, которые вы накопили за годы. Тренируйтесь в этом постоянно. И однажды вы начнете видеть все в истинном значении происходящего.